Так, данное видео не имеет цели кого-то оскорбить, и он создан исключительно в развлекательных целях. Итак, всем привет, с вами Белос ТВ, и я сегодня решил вам рассказать об одном таком вещи, которая, скажем так, я считаю, не имеет никакого смысла ее покупать и вообще приобретать ее у себя. Я говорю об iPhone 8X. И мне хочется задать один единственный вопрос. Зачем он нужен? Это же абсолютно тот же самый телефон, которым мы пользуемся, фотографируем, общаемся, делаем видео, соответственно. Но зачем? Зачем его создали? В этом нет никакого смысла. Это абсолютно тот же самый телефон. В нем абсолютно та же самая, тот же самый экран, те же самые девайсы. А вот Apple считает, что новшество у этого iPhone вот такая толстенная камера. Вы, Apple, серьезно? Вы считаете, что это что-то новое? Я вот не считаю, что это что-то новое. Потому что камера, она у всех телефонов есть. И у старых, и у новых. Это абсолютно та же самая камера, которая работает по такому же принципу. Вот прям по такому же. Вот. Так что, вот. Собственно, у меня возникает вопрос к Apple. Apple, зачем ты создал этот телефон? У меня, если честно, на этот счет есть только один вариант ответа. То, что они хотят заграбастать себе бабки. То, что, мол, заграбастать себе бабки, чтобы в следующем году или через 2 года создать точно такой же телефон, но назвать его по-другому. iPhone 9. Это будет абсолютно тот же самый телефон с теми же девайсами. И вот, и еще один вопрос. Зачем его покупают? Опять же, у меня есть один только ответ. Чтобы приобрести новый телефон, мол, сломался телефон, хотя его можно починить, если заплатить денежки ремонтнику. Или же, чтобы попонтоваться перед народом, мол, я такой крутой с этим телефоном. Да ты, блин, не крутой с этим телефоном! Не крутой! И все тут. Так что, вердикт. Не покупайте этот телефон. Он не имеет никакого смысла. Это абсолютно тот же самый телефон. Тот же самый. Это тот же самый телефон. То, что называется iPhone, это еще не значит, что это какой-то новый телефон. Это абсолютно тот же самый. Поберегите свои денежки. Купите на них, например, я не знаю, йогурт, что ли. Вот и все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Комментируйте и ждите следующего выпуска из разряда «Нет смысла». Удачи всем!